В октябре свой профессиональный праздник отмечают работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Благодаря их нелегкому труду, порой без выходных и отпусков, наша страна является лидером по производству сельскохозяйственной продукции. Треть населения Славянского района трудится в сфере сельского хозяйства, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и другие продукты питания. В честь профессионального праздника славянских тружеников села поздравили председатель совета Григорий Литовко и заместитель главы по вопросам агропромышленного комплекса Евгений Письмак. Это праздник тех людей, которые, вот я смотрю, знакомые лица, те, которые посвятили себя этому хлеборобскому труду, переработке продукции, те, которые прикипели к своим профессиям, но и не мыслят себя без, наверное, без земли, без сельского хозяйства. Поэтому я хотел бы пожелать вам прежде всего терпения, здоровья, хороших урожаев, благополучия ваших семьях, чтобы в семьях был достаток. На торжественный прием были приглашены лучшие работники отрасли, управляющие отделениями, доярки, механизаторы, комбайнеры, представители перерабатывающих предприятий. Это настоящие мастера своего дела. И молодые, и уже опытные специалисты, которые честно живут и трудятся на родной земле. За плечами каждого из них годы тяжелой, но интересной работы, от которой зависит экономическое благосостояние не только нашего района, но и страны. Председатель совета и начальник управления сельского хозяйства поздравили приглашенных. Поблагодарили за то, что своим самоотверженным и добросовестным трудом они обеспечивают земляков качественными продуктами питания, своими руками создают благополучие родного края. В конце приема труженикам села вручили благодарственные письма главы района и ценные подарки. За добросовестный труд, большой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Славянского района и в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Анна Монастыренко, Игорь Иванчуков, программа «События».